том, что вы ходите в помещение, на вас выкидывают кучу детей, слуг, ненужных людей. Вы открываете пространство, их раскрываете обратной стороной меча. Арест наносите потому, кто является виновником ситуации. Уйди, женщина. А? Уйди, да. Раз. И здесь мы открываем то же самое, здесь промежуточное положение, вас всегда вы контролируете. Отпускаете рабочую руку, у вас меч должен на второй руке спокойно висеть. То есть у вас все время баланс идет. И раскрываете вот сюда, видите, вот, вверх. Генерально делаем вот так, а здесь вот мы вверх делаем. А отсюда также соединяете руки над головой и идет кирюш. Давайте еще раз. Прошу вас. Раз, два. Раскрыли. Да. Отлично. Отлично. Андрей, успокойся. Так, следующий, Максим. Муни. Да. Засада внутри ворот. Японские ворота. Приколоты сверху и снизу. Оп. Смотрите внимательно. Да, вот у нас ворота японские. Да? Вот они примерно, то есть если по росту, они будут примерно на уровне глаз, чтобы человек минимум нагнулся. Да? Потом еще была узкая дверца, чтобы человек входил по частям. То есть здесь стояло два человека, чтобы можно было остановить или обезоружить. Так вот, еще есть притолка внизу. Что у нас получается? Я подхожу, да, спасибо большое. Я подхожу и получается как бы определенная засада. Я вижу, что у меня впереди меня ждет человек и сзади еще подходит. Доктор, это подспинальное? То есть ич, ни, са, ши, го. Вытащил клинок. Раз, и вот здесь то же самое, контроль. Если я отпущу меч, он должен лежать на затылке и на спине. Я выхожу из-под клинка, из-под перекладины, нашел удар. Разворачиваюсь, вижу там человека еще. И опять наношу удар, видите? Вот на что это рассчитано, техника. Чтобы вы не задели низкую перекладину. А если там что-то еще происходит, тогда уже раз, два, три. И домой. Понятно? Давайте еще раз попробуем. Поэтому, когда вы работаете, у вас первый выход. Ич, ни, сам, йон. Стоп. У вас локоть, рука и нижняя часть грудной клетки. То есть три точки опоры. И как со стапеля вы запускаете ракету. Ич. На себя вывели. Развернулись и подвернулись под нее. Стоп. И вот здесь проверьте контроль. Вы в этом положении должны спокойненько бежать, у вас меч не падает. Видите? Добежали, выпрямились, нанесли удар. Добежали, выпрямились, нанесли удар.